Всем привет! Вы смотрите мистер Дичи Тупотик. Сегодня мы открываем капсулу. Не знаю, капсула или это нет. Ну, похоже на капсулу. Будет капсула. И сейчас сразу говорю, это оригинал. Вот такой оригинальчик. 15 сюрпризов. Это точно. Ну, давайте открывать. Так, я так обожаю. Что не терпится даже открыть. О, обожаю такой. Обожаю так. Так, Bonnie Brand. Ой, розовая, короче, капсула. Я еще ни разу не была такой. Куколки, например, с волосами. Ну, с волосами. Так. Так. Что-то у меня здесь не по плану все пошло как-то. Ой, как это тяжело все трогается. Вы даже не поверите. Кто коллекционирует куклы, ставьте лайк. Я их тоже коллекционирую. Так. Кто видел, как будто она порванная? Нет, она просто помялась. Смотрите. Просто смотрите, здесь, короче, подсказка. Такая вот. Смотрите. Зайчик плюс коробка с какими-то вещами. Интересно, что это будет. Wow Surprise. Ну, это понятно, что Wow Surprise оригинал. Заколочки. Такие вот заколочки. Обычная заколочка с бантиком, с сердечком. Ну, сердечками двое. Молнии и цветочки. Прикольно. Наклейки. Просто я заметил, как будто это нет, не наклейки. Так, давайте открывать. Так. О, вот так открывается. А я думала, что... Кого? Так, сбрыкиваем. И пшшш, вас поливаем. Первый пакет. Что здесь интересно лежит? Ну, я не знаю, что здесь, короче, лежит. Вау, здесь цепочка. Короче, здесь цепочка лежит. Вот. Цепочка, короче, лежит. Вот такая цепочка. Золотые такие, а это просто розовенькая. Ну, это как будто заколка. Так, первый пакетик мы открыли. Это нам больше не нужно. Ой, блин, здесь вот эта вот штучка упала. Вот такая вот штучка, поставочка на... так... Цепочку пока убираем, и вот это тоже убираем. А вот эти наклейки и подсказку вот сюда убираем. Так, следующее. Так, это не нужно. А это не ожидала. Есть куча пакетиков. Я даже не ожидала. Есть целых три пакетика. Целых три пакетика. Раз, два, три. Я даже не ожидала. Правда, я даже не ожидала. Так, здесь у нас будут ботиночки. Интересно, какие ботиночки. Так. Вот тут открываем. Вау, прикольные ботиночки. Кажется, я уже догадываюсь, кто у нас будет. Вау, такие прикольные ботиночки. Я, конечно, ни разу это не открывала. Вот поближе вам покажу. Вот. Такие вот ботиночки. Прикольные, короче. Две пары. О, вау! Вот такая еще розовая. Ничего себе! Я, кажется, не догадываюсь, кто это. Я даже не... если это клятка, это не точно. Я вообще не знаю, какой это серии. Так, куколку на потом оставим. Я, кажется, знаю, какая это кукла! Вау, какой костюмчик, смотрите. Я как-то знаю, какая эта кукла будет. Обалдеть. Наконец моя мечта сбылась. Так, этот пакетик что-то не открывается. Если открывается, с другой стороны. Очки, смотрите, какие прикольные, прозрачные. О, не идут эти очки? Прикольные очки. У меня одна уже куколка редкая была.
ты всем. Все, короче, сюрпризов больше нет. Открываем. Так, давайте посмотрим вот это вот. Пока что. Потом откроем девочку и всякие сюрпризы. Так, кстати, я девочку на потом оставлю. Я уже знаю, какая мне кукла попадется. Это вот это, она будет менять цвет. Вот. А еще какие здесь куклы есть? Я люблю, знаете, какую? Из этой коллекции я больше всего люблю. Вот такую радужную. Короче, все радужные я здесь люблю. И вот эта такая. Она просто чудесна. С кудрявыми волосами. Ой, это моя мечта с кудрявым. Кудрявые волосы иметь себе. Так, куколка на потом. Так, куколка. Ты на потом. Сейчас сюрпризы. Так, интересно. Здесь еще два пакетика и две бигудишки. Вот. Два пакетика и две бигудишки. Так, закрываем капсулу и открываем пакетик. Вау, какая-то кепочка прикольная. Я даже не заметила вкладыши эту кепочку. Здоровыми. Короче, я не понимаю, как это сказать. Ну, короче, убираем все, что нам не нужно. Так, а что здесь лежит? Хэл, здесь что лежит такое? Сережки? Это что, сережки? Нет, это... Оу, это ожерелье. Вау, прикольное ожерелье. Золотое. Так, и бегу... Оу, май гад. Так, короче, здесь убираем. И бигудишки открываем, бигудишки. У меня одна такая подделка уже была. Уже давно. Ой, уже не знаю, как это открывать. О, здесь расчесочка. Синенькая, гребешок синенький. Вот синенький гребешок. Гребешок? Не знаю, как это сказать. Гребешок. Вот, нормально. Нормально я сказала, гребешок. О, вот так нормально. Так. Что-нибудь здесь? У нас бутылочка. Бутылочка. Сейчас покажу, какая бутылочка нам попалась. Вон, она вот в пакетике. Так, прикольная бутылочка. Нам попалась вот такая бутылочка. Прикольная бутылочка. С ручкой причем. Без ручки я не люблю. Потому что неудобно пить куклу. Потому что, когда ты, например, на концерт идешь, например, и например, по шутке заходить попить. И как она попьет, если будет держать свою бутылочку просто весь концерт? Вот представьте, как это будет в своем... В своей жизни так делать, например. И будет он так. Так, короче... Ой! Да ладно, так сойдет. Так, открываем куклу. О, мне так не терпится открыть куклу. Смотрите, какая она. Вау, она с кудрявыми волосами. Смотрите, вау, они такие приятные. Обалдеть. Блин, она такая прикольная, она еще должна менять цвет. Я потом поменяю обязательно сейчас цвет, но сейчас мы ее оденем, посмотрим и все, что у нас здесь есть, сделаем. Вау, здесь у нее Роника есть, голубенькие глазки, но не как у меня. Так, давайте потом сделаем костюмчик так. О, она в трусиках. Она в колготочках. Прикольная. Стоять. Уже видно, что как у нее будет менять цвет. Уже почти видно. Уже почти видно. Здесь кудри завязаются. Здесь как раз должна быть лысина. Вот такая вот лысина. Ой, что-то ее не видно. Вот лысина, которая она должна все кудри на бок. Ну, давайте, короче, посмотрим.
посмотрим вкладыш, как должны быть. Обязательно буду такую коллекцию собирать для вас. Да, у меня так должно быть. Только не знаю, зачем вот эта вот штучка ей шла. Ну, накладыши ее нет. У нее нет такого. Уже видно, что у нее поменяется. Здесь кто видит, здесь полосочки, здесь полосочки есть немножко. И здесь еще, ой, синие. Здесь еще здесь синие, короче, вот такие вот носочки. И еще, ой, да блин, что ты у меня падаешь? Ты что, сколько такая, по-моему, нет. Вот такие еще на титиках. Ну, вы, короче, поняли, что это такое. Я не буду говорить вслух. Так, одеваем сначала что? Кстати, напишите в комментариях, что ты фанат куколок или нет, Лола, или, например, ты что первое одеваешь на куколку? Одежду там, или ботинки, или, например, там, какой-то ободок, или там что-то другое. Напиши в комментариях, я обязательно почитаю. Так, вот такой прикольный костюмчик. Вот это нам точно не понадобится. Пока. Ну, вот это нам пока не нужно. Так, в упаковке шло, что здесь 4 вот таких снаряда. Но это не точно. Это правда не точно? А мы вот они говорили, что здесь... Что это можно отрывать, это можно отрывать, это тоже можно отрывать. Это кто знает. Это тоже можно отрывать. Я в поделке так делала. Но глазки у меня что-то не открылись. Потому что это была другая, почти похожая. Такая вот упаковка, но только с другой куклой. Кто знает, напишите в комментариях. Обязательно почитаю. Так, одеваем куклу. Сейчас я одену куклу. Кстати, на куклу оригинал будет лучше одевать, чем на подделку. У нее легко там трусики одеваются, там что-то другое. Блин, она такая прикольная просто. Так, почему она не одевается? Так, это какой-то вопрос. Кукла, не убегай, пожалуйста. И куды, пожалуйста, здесь убери свои, а? Ни из-за них ничего не видно. Кукла, у вас появилась новая подружка. Настоящими волосами. У меня, кстати, подделки есть, конечно. Ну... Оригинал у меня тоже есть, новогодняя серия. Остальных у меня никаких больше нет. Только вот такая вот остальная. Только вот такая вот. У меня оригинал только из новогодней серии. Одна такая только. И с такой капсулой. Обязательно буду собирать. Обязательно буду собирать. А знаете, почему мама не купила вот эту куклу? Потому что, знаете, как просто получить куклу? Просто убирайся по дому, там, например, книжку почитай, например, пыль вытри, и все такое, что мама делает. Ну, не приготовит, как я. Блин, она такая прикольная, у нее кудри такие. Прикольный ку. Так, давайте поскорее ее оденем. Она уже... Ладно, сначала... Так, они что-то тяжело одеваются. Да блин, что они тяжело-то одеваются-то? А, вот это вот сюда. По-моему, это невозможно. Это просто невозможно. Я все равно опыты. Yes! Вы это видели? Я надела на куклу. Так, сейчас я возьму. Вот это, короче, ботиночка, которая сумасшедшая от меня убегает. Просто убегает сумасшедший. Очень. Yes. И второй ботиночек тоже одели. Так, куколка. Такая прикольная. Давайте
тебе отдельным ожерелье. Вот так. Так. Вот так вот отделим ожерелье. Так, как тебя одеть ожерелье? Как тебя одеть ожерелье? Так. Так, куколка. Пожалуйста, имей совести. Дай мне надеть нормально тебе ожерелье. Имей совесть, пожалуйста. Так, это, по-моему, невозможно. Ай! Я одела. Все, я одела ожерелье, это ест. Все, короче. Ой, такие прикольные волосы. Вы просто обалдеете. И очки. Так, очки одеваем и еще кепочку. Хей, ну если подойдут. Только не одевай. Блин, везде эти очки цепляются, потому что у меня кудри. Да, есть кудри. А я сначала думала, что это просто такое. Все, короче. Не переживайте, когда я сниму ее, я все равно ее одену. С папой. С папой я, конечно, одену. Вау, она прикольная, скажите уже. Она прикольная. Привет. Подпишитесь на канал. А то я за вами ночью приду и буду вас пугать. Притянусь, притворюсь за ссылкой и вас буду пугать. Поняли? Чтоб вы не поставили лайк и не подписывайтесь. Тогда я вас буду пугать. Вот это она сказала. Я даже не слышала, что она там сказала. Но это правда. Правда. Я не слышала, что она там говорила. Все, короче, все. Вот такая вот куколка у нас. Такая куколка. Потом все равно один. Попробуем одеть вот этот. Ой, почему? Ну почему? Ай, ё-моё. По-моему, очки здесь вообще мешают. Ну, это просто не одевается, это просто, например, просто вот так вот одеть, вот так вот, и она будет ходить вот так. Даже не успела вам показать примерчик. Так, ну все равно, почему у меня сегодня все ускакивает? Так, ты тут. Сюда, и все, кресло для куколки Лоу готово. Кресло. Знаешь, что мне не золотая капсула попалась. То представьте, как у меня сделалось в первый раз. Когда мы гуляли за домом с девчонками и с мальчиком. Короче, девочка сказала, давайте попробуем кинуть бутылку на крышечку. Такую крышечку. Все же кидали обычно на вниз штучку. А я такая попробовала. Мне дали наконец-то бутылку, и я такая. И она стала на горшко. Представьте! Она стала на горушко! Это все правда случилось в первый раз! Это все случилось в первый раз! Вот это правда все в первый раз! Всегда теперь буду понимать под подсказкам. Так, давайте типа сделаем что-то. Чего? Так. Это не открывается? Ух, слава богу, это не открывается. Вот такой шкафчик у нас получился. Короче, я сейчас... Блин, я не знаю, как это сделать. Короче, сейчас принеси мне воды. А я не знаю, как это сделать, короче. Я, короче, это делаю отдельно. Поняли?
Если вот отдельно, это отдельно я делаю. Поняли? Отдельно. Вот так. Просто мне сейчас не принесли воды. Просто... Блин, ну... Очень клёвая эта кукла. Вау, ну вообще прикольная кукла. Всем пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! Пока-пока! Пока-пока! Пока! Пока! Пока-пока! Пока-пока! Пока! И привет! Мы снова встретились. И сейчас мы будем менять цвет. Здесь холодное, конечно, а здесь горячее. Так, и сейчас ее разденем. Я даже не знаю, как ее снять. Просто. Я здесь прочитала сейчас инструкцию, что можно с ней сделать. Короче, у меня такие хотя длинные волосы. У меня короткие волосы. И здесь можно накручивать себе кудри. Ну, у меня утюжка нет, значит... Я карандашом пытаюсь вот. Ждем, намачиваю. Ничего не происходит. Такие же волосы остаются. Я кудряшки хочу. Я хочу кудряшки. У кого есть кудряшки, ставьте лайк. Ой. А может не... Простите, я просто смотрю видео А4. А может не потом подпереть на канал. Простите, это случайно было. Кстати, когда я еще читала инструкцию, я посмотрела, что здесь такое. А здесь хлопа лежит. Я ее положила, здесь все мокрое. Вот мы тебя и разделим. Сейчас смотрим, поменяется. Если ты поменяешься в холодной воде.